Здравствуй, друг. Еще раз прочитай, пожалуйста, название данного ролика. И осознай, что это не рулетка, это реакция на чат-рулетку. И это не Евгения канал, не Руслана, не Михаила и не другого какого-то блогера. Это, блин, мой ролик. Пойми уже, наконец. И комментатор – это отдельная профессия, которая подразумевает под собой отдельный вид искусства. Есть комментаторы футбольные, боксерских поединков, там еще чего-нибудь люди комментируют. А я комментирую чат-рулетку. А теперь иди и напиши в комментариях, а что это за хрен в углу всех перебивает? Напиши, друг, напиши, а потом обратись к психиатру, потому что это запускать нельзя. Это беда. Ну, а остальным приятного просмотра. Доброго вечора. Добрый вечер. Украина, Тернопільщина з тої сторони. А ви звідки будете? Росія, Санкт-Петербургщина. Дуже приємно. Про що ведете розмови, про що спілкуєтесь з народом? На які угодно теми, якщо у вас є що спросити, спрашуйте. Є, звичайно. Що можете сказати про розширену делегацію, яка їздила в Республіку Білорусь в лиці Володимира Путіна, Шойгу, міністра закордонних справ Лаврова? За картошкою про ці домовленості. Як її оці події висвітлюють в Російській Федерації? Ну, ви знаєте, це, мабуть, фейк. Потому что этого не может быть. Все знают, что Владимир Владимирович Путин сидит в бункере за Уралом и никуда не ездит уже больше года. Евгений решил прям затроллить со старта. Поэтому это фейк, не было такого. Это мультики на Мосфильме снятые. Видимо, кто-то его до этого утомил. Решил, все, хватит их учить, хватит, все. Все, не учатся они. Сейчас, давайте. Все, в бункере сидим. Ну, такое. А Лавров, Шойгу, это також фейк? Двойники, я не знаю, скорее всего, тоже, да. Зрозуміло. А что там в Беларуси делать? Ну, напевно, відкривати, домовлятися. З російською буде Російська Федерація домовлятися, щоб Білорусь відкрила другий фронт. А, щоб з території Білорусі пішло наступлення на Западну Україну, щоб відсечь поставки із НАТО. А Росії треба Білорусі упрашувати. Батьку треба упрашувати треба. Не можна просто сказати: давай, ОДКБ запускаємо. Как бы все, поїхали. Договор. Не, треба їхати, упрашувати. Батько, ну давай мы тебе трактор подарим обратно, хочешь? Батько, ну давай картошки тебе, 16 тонн, хочешь? Селедка, хочешь? Хочешь, это подарим тебе это самолет маленький, игрушечный, вот такой, хочешь? Ну, пожалуйста, батько. Так надо упрашивать его? У нас такие взаимоотношения, сложные. Семейные. Верно. Это можно по телефону решить. Зачем ехать туда? Зачем туда ехать? Я тоже не понимаю. Сейчас есть Skype, WhatsApp. Позвонили по WhatsApp. Договорились, сказали Лукашенко. Все, пошли в наступление. И все, пошли в наступление. Ну, це ви можете свої тещі позвонити, або кумі по WhatsApp, або по Skype. Ну, до батьки нельзя дозвониться, он не пользуется телефоном, он чисто либо голубиной почтой, батька не признает как бы современные технологии, поэтому там либо почта голубиная, но это долго, либо надо приехать лично. В Беларуси же нету, это же там только картошка и нефть, больше ничего нету, и море знаменитое белорусское. Все, больше там ничего нету, ни телефона, ни даже пейджера. Даже пейджера нету, представляете? Такая страна отсталая, да. Приходится ехать лично, да. Они чем политики отличаются от нас? Такие же люди, да. Ну, люди-то такие, але... У них есть правительственная связь. Ну, вы разумеете, сам факт того, про приезд,
віддати честь Лукашенку, що мов... А, честь Лукашенку, Президент Російської Федерації... На поклон. Батько, к вам тут это, Владимир Владимирович на поклон приехал. Принимать будете? Подождет пуха? Пущай подождет, кушайте, да, пока, обедайте. Владимир Владимирович, ну посидите пока, великие обеды, да, пока не может вас принять. Ну я понимаю, что вы с поклоном, да, но подождите чуть-чуть, да. Надо перекусить, да. Попозже, посидите пока там, часа 2-3, да, потом вас примет. Кажется, все-таки приехать. Зачем, вот. Зачем? Он же в бункере. Ну, не знаю. В Российской Федерации так принято. Нет, у нас все знают, что он в бункере сидит и боится выйти. Да и не у нас, на Украине все знают даже. У нас-то понятно все знают. На Украине все знают, баба Галя знает, что он сидит в бункере. Из бункера никуда не выходит. У него в бункере. Там это планета, вторая Земля. Ему там сделали. Вот, он там, да, сидит. Вот, потому что такие волнения в стране могут пострадать. Я зрозумів. Так получается тоді, що немає віри вашим федеральним каналам, вашим політичним якимось аналітикам. Ні, у нас каналам ніхто не вірить. Російське телевидение ніхто не смотрить. Кроме українців. Российское телевидение смотрят только на Украине и в Америке. В России не смотрит никто телевизор российский. Оно делает свои выпуски для украинских зрителей. Да. Это для Украины программы, да. Скобеева, Соловьев. Але ж вы разумеете, что в Украине эти каналы заборонены, их немає в прямом доступе. Ну вы их ищете, находите в интернете, везде лазите, находите. Все же это же для вас телевидение специально сделали. В интернете смотрят. Так пенсионеры же интернет не владеют интернетом. Дети помогают. Баба Галя все знает. Баба Галя тот еще IT программист. Баба Галя все смотрит, всем рассказывает, всем показывает. Ты что, дядь? У тебя что, возле подъезда баба Гали нету? Ну давай, не рассказывай сказки. Дети? Конечно. Вы знаете, вот у меня по соседству живет хлопчик, ему 2,5 года. Такий маленький. И когда у нас вимикают світло, у Давида запитывают: Давид, а чому немає світла? Путін вимкнув. Научили? Вы еще не тому детей научите. Да, Путин вымкнул. Путин министр энергетики Украины. Все правильно, дед. Все правильно. Вы разумеете? А вы с Давидом общаетесь? Мы спілкуемся трошки, так. Расскажите Давиду, что 8 лет назад, в 2014 году, вот все украинцы очень радовались, когда свет и воду отключали крымчанам. Скажите Давиду, что это Путин так отвечает на те действия, которые сделали украинцы в 2014 году. Я вас почув, але дивіться, от ви виглядаєте грамотну, мудру людину. Ви ж розумієте, що всі окуповані території лягають на плечі по життєзабезпеченню на окупанта. Еще один, что все, что мы типа взяли, это на наши плечи. Так это на наши плечи. Но это не значит, что вы должны все поотключать. Мы-то там сделаем, что мы можем. Но если вода течет от вас в Крым, то чтобы обеспечить туда подачу воды, началось СВО. Потому что мы должны обеспечить. Собственно, сейчас это и произошло. Мы обеспечили подачу воды, представляете? И подачу света. Мы обеспечили. А что вы ноете, непонятно тогда. Так чому ваш Путин не забезпечив электрикою и водою кримчан? А кто сказал, что кримчан кто-то оккупировал? Я вам могу про это сказать, потому что на той период часу я проживал и працював в Криму. В 14 году были в Криму? Звичайно. Участвовали в референдуме? Боже упаси! А видели, как он проходил? Бачил. Ну, все крымчане приходили голосовать, да?
Ні, це фейк. Ну, ніхто не ходив, да? Кримчани сиділи по домах, по домах. По домах. Под какой-то мономах все сидели, и никто не ходил. Там под дулом автомата все ходили и дули. Туда-сюда. И не висовували носа. Ездили заслані козачки автобусами с однієї дільниці на іншу и голосували. 2,5 миллиона на автобусе ездили весь день. 2,5 миллиона везде по всему Крыму проголосовали. Во какие. Видали, автобусы мы делаем? Вот такие. Один автобус по всей, по всему Крыму. За день. Изи. Для московского телебачення. А почему кримчане дома-то сидели? Почему боялись выйти? Тому що там військові ходили з автоматами. А. Зелені, зелені чоловічки так називають. В якому місці ви були в Криму, можете сказати? Звичайно, у Сімферополі. В столиці, да? Так. І в столиці, ніхто не голосував? Ну, винятки якісь були. Дивіться, я вам скажу більше. Якась кількість проживаючих на той момент в республіці Крим. Крим, да. Забыл, как называется. Автономна республіка Крим. Ну, раніше була автономна, зараз просто республіка. Ну, це у вас так, а вона у нас так і залишилася, автономна республіка Крим. Ні, автономна вона ще була при Совєтському Союзі. Ну, так, от. І проживала енна кількість, скажімо так, росіян, військових пенсіонерів. А, в Криму проживали росіяни. С паспортами России, в Крыму. Правильно я понял его? Заздалегідь завезених провокаторів, які підстрікали, говорили, ага. Вели оцю таку, як би сказати, сіяли ненависть до всього українського, угу. Що їх там щемлють і так далі, і того подібне. Угу. От ці люди, можливо, і ходили, але більшість кримчан не ходила. Це я можу заявити, тому що я там прожив не один рік, і я це знаю. Я розумію. Ну, а в 2014 году, когда Крым вошел в состав России, почему выехало из Крыма таких вот людей, которые не хотели быть с Россией, всего 20 тысяч человек, а 2,5 миллиона осталось? Значит, дивіться. Которые не хотели быть с Россией, как вы говорите. Я вам скажу навіть більше. Це іменно дійсно ті люди, які просто фізично, це моя особиста думка, фізично не могли дивитися на ці фільми, оці пародії, оте, як воно там все відбувалося. Вони виїхали на підконтрольну територію України. Тобто 20 тисяч не могли смотреть на всі ці фільми підконтрольні і туди-сюди, а 2,5 мільйона такі стойкі люди. Они против России, но они терпят. Терпят. То есть 20 тысяч не могли терпеть вот это все. А 2,5 миллиона собрались натужненько так. Ну как терпеть, блядь, нахуй. 8 лет терпеть, сука, блядь, сейчас освободят. Секунду, ждем. И уже все такие натужные, все сидят. Весь Крым натужный такой. Блядь, уже сейчас лопнут, нахуй, сейчас. Когда же нас спасут, сейчас как уеду, нахуй, терпеть, сука! И все сидят, всем Крымом терпят, прям 2,5 миллиона сидят все, уже скоро лопнут все, но терпят, терпят. Те не смогли терпеть 20 тысяч, те сразу слабаки, а эти сильные, духом, настоящие украинские люди, они сидят, терпят, сука, такие натужные, никуда не поеду, буду здесь терпеть, ждать, сейчас меня освободят. По-любому, блядь. Такие все. Ну, блядь, настоящие украинцы. И я думаю, ближайшим часом вони туди повернуть. Да-да-да, я ж говорю, я тебе говорю, сейчас все съебутся. Сейчас все, терпение закончится, сейчас все 2,5 миллиона как жухнут нахрен. А ті, що залишилися, по тій чи іншій причині не могли виїхати, не було можливості продати житло. Ні, ні, нет такой возможности, нету. Нету возможности. Никто не покупает. Я бы уехал, но никто не покупает. Никто. Я вот выставил на продажу, никто не берет. Вот все выставили, все 2,5 миллиона выставили, никто не покупает. Так бы все уехали, конечно.
Только 20 тысяч смогли продать. 20 тысяч, остальные все не продаются. Никто не покупает. И такая инша, ну за 8 лет-то была возможность. Не продается. Тем более цены на жилье в 2015, 16, 17 году очень сильно выросли. И если бы были граждане Крыма, Республики Крыма, которые хотели бы быть с Украиной, то могли бы хорошо нажиться на продаже жилья. Первый, второй, третий год. Но они почему-то все остались. Более того, в 2018 году они все пришли на выборы президента России, Путина. И еще раз проголосовали. Граждане уже России, да. Да, голосовали за Путина. Так хотят в Украину, что пошли Путина себе выбрали. Я говорю, я терплю, хочу в Украину. Пойду Путина выберу. Может, быстрее в Украину попадем. Пам на выборы, пойдем. Мы же украинцы, настоящие. Пойдем Путина выбирать, пойдем. Пусть они тут живут все при Путине, а мы на Украину уйдем. Все, терпи, сиди. Терпи, Микола, терпи, сейчас придут нас спасать. Выбрал Путина? Все, молодец. Дальше терпим. Кстати, явка была очень высокой на выборах Путина. Да ну, явку ваша ЦВК малюет 100%. Нет, это... Да, у нас малюют, у них честные, настоящие выборы все, а у нас все малюют. У нас художников просто очень много, малюватели, а у них художников просто нет. Поэтому у них честные демократические выборы, а у нас все малюют. Нас никто не ходит на выборы вообще. Это видео. На що Херсон намалювали, також намалювали. Ідіть всі голосувати, хотіли, зазивали. В Херсоні теж хорошо голосували, да. Можете об'яснити? Смотрите. Це вам передали федеральні канали. У мене вопрос к вам. Если бы люди в Херсоне не голосовали за Россию, то что мешало бы сейчас, когда украинские военные вошли в Херсон, провести еще один референдум и показать, что люди голосуют за Украину? Сратися на ваш референдум. Який референдум проводите? Ви бачили, як зустрічали Росію? Ви бачили, як зустрічали? Там зустріча така була. С украинскими, да, прапорами. Конечно. И как с квитами встречали украинских військов. Как там 2000 встречали с украинскими прапорами в 500-тысячном городе. И как оттуда потом встречали 500 человек. Видали, как встречали? Видали. А вы видали, что большая часть Херсона уехала в Россию? Видали? Не видали? О, ну вам надо поглядеть. Так шикарно видали, свалили. А еще видали 9 мая в Херсоне? Там такие все за Украину, с флагами Украины. А, нет, с российскими. А, это российский флаг? Ой, извините, я ошибся. Я хотел с украинским пойти флагом. Вы бачили? Да. А говорите про какие-то референдумы? Видео есть. Ну, как так? Зеленского вышло встречать 100 человек, а вокруг одни военные. Так, да. Зато Альдо там встречали буквально с цветами. Да, с цветами. Посмотрите, как 9 мая праздновали в Херсоне. Я вам скажу таком. Вибачте, можливо, я трошки на емоціях. Можливо, я чуть-чуть в смысле на емоціях. Возможно. Смотрите видео. Та навіщо мені дивитися? Ви прийшли на нашу землю. Это ви когда? Тут нагадили, насрали. Подождите, не ругайте. Поубивали людей, не підождіть. Підождіть ви! Все, почему их всегда разрывает? Почему их хватает ровно там 10-12 минут, и у них вселенский разрыв пердака случается сразу. Не могут дальше нормально разговаривать. Ви підождіть, ви прийшли, вбили мирне населення. Подождите, а підождіть, это что за слово такое? Підождіть. Підождіть поподряд. Підождіть поподряд, я вам кое-что згутарю. Підождіть піпідряд. Підождіть? Зачекайте. Ну давай. Підождіть, зачекайте. А ну-ка зачекай підряд, підождіть. А ну зачекай. Давайте в українському перекладач наберу зараз в Google. Короче, підождіть. Не підождіть, а підождіть. Підожди. Підо. Ах ти піда. Ждеш кого-то, піда. А ти, а я знав, що ви європейці, підо. Все, ждіть кого-то там. Все пиды кого-то ждут там, я знал. Это что за слово такое? Что значит?
На русский перевести сможете? Зачекайте. Нет, зачекайте — это другое слово. Подождите. А пиду ждите? Это когда ждешь пиду какого-то, тогда чекай. Пида сейчас придет, и он его ждет. Поэтому попедрят, вставайте, сейчас пида придет, будь, и пока ждем все пиду. Все нормально. Нормальный перекладач, я перевел. Царевну Сельму пишу. Не, зачем вы ругаетесь? Пиду ждите. Пиду ждите — нет такого слова. Как это нет? В Европе есть. Теперь есть. Когда у них ЛГБТ пришло в страну, у них теперь все ждут пиду. Пиду, сейчас попедрят, встали, там идет, они его ждут, все нормально. Сейчас он в Америку один пиду улетел, они все его ждут, поэтому пиду, подождите немножко пиду, он вернется и всех попедрят, это самое, наградит медальками. Так что не надо нам здесь, все нормально, все четко.